То есть как это по собственному желанию? Сейчас появятся слова. Ты услышал, сразу двинул. И с тех пор больше корешами не виделся. С какими корешами? Но не в стандартном формате. Впервые за долгое время на отечественном телевидении прозвучал голос шоумена. Решили с голоса начать. Люди видеть не хотят, пусть слушают. Канал ТВЦ, почему здесь вообще Ургант и канал ТВЦ, вообще непонятно, показал в эфире рекламный ролик благотворительного фонда «Дом с маяком». Его озвучил Ургант. Видео показали в рекламном блоке в 6:30 утра. Рекламу вставили посередине фильма «Инспектор уголовного розыска». Чтобы убрать плохие слова. Мы назвали наш фонд «Дом с маяком». Потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Но маяк подает сигнал. На свете есть место, где помогут справиться с болью. Где ценят каждый день и радуются ему. Убрать плохие слова. Я явился, так сказать, по собственному желанию.